Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству. И сегодня хотела бы поговорить, уважаемые актеры, про один из многих актерских инструментов, которые мы изучаем на курсах, на тренингах и еще где-то. Но я все-таки считаю, что самое классное изучение и понимание – это когда ты пришел на съемочную площадку и начинаешь сниматься. Чем больше опыта, тем ты больше понимаешь, что господин Станиславский не просто так прописал все инструменты для актера. И благодаря ему сейчас очень многие эту технику внедряют в своем обучении. Сегодня я хотела бы поделиться о таком, на первый взгляд, малозначительном инструменте, как место действия. Более подробно эту тему я раскрыла в своей книге «Мощный актерский мастер-класс», приобрести которую вы можете, написав мне WhatsApp или Telegram 8-985-447-2087. Я вам вышлю эту книгу в PDF-файле. Стоит она на данный момент недорого, 499 рублей. Я хочу сейчас вам рассказать о своем личном опыте, что у меня получилось, как я вообще прочувствовала, что такое место действия. Поэтому, друзья мои, при обучении ни в коем случае не выкидывайте этот инструмент. Не давайте маленькую значимость этому инструменту. Итак, я снимала пробы в маленьком небольшом помещении, комфортном помещении для меня. Камера стояла близко, рядом, ну, примерно как вот сейчас она у меня стоит. Мне надо было прочитать некое стихотворение. Оно было довольно-таки сложно написано, пришлось учить довольно-таки долго, но речь не об этом, да. И, наверное, вот этому небольшому помещению у меня получилось прочитать это стихотворение очень интимно. Это слово мне потом сказал режиссер, когда я пришла на съемочную площадку, поэтому он меня и выбрал из многих претендентов, потому что у меня получилось это как-то душевно. Я действительно для кого-то читала это стихотворение. Но потом я поняла, что мне как раз и помогло прочесть это стихотворение душевно, это вот это маленькое помещение. То, что у меня была рядом камера. И я пришла на съемочную площадку и увидела большой, огромный зал. Просто шикарно большой. И камера стояла от меня далеко, она еще была такая большая, огромная, она ездила, как робот такой, поворачивала голову вот так, и, соответственно, я растерялась. Я, кстати, первый раз снималась вот с такой камерой и в таком большом помещении. Для меня это было немножко сложно, сразу произошел внутри меня конфликт. Это нормально. Но у меня что получилось? В этом большом помещении я начала читать это стихотворение как в большом помещении. То есть я начала его кидать туда, куда-то, да, как в театре делают актеры, чтобы последний зритель в зале услышал это стихотворение или реплику, да, актера. И у меня получилось, что я начала доносить это стихотворение всем, кто был в зале, стараясь выбросить его до последней стены. Я, может быть, сама как бы этого не замечала, но это было действительно так. Это я к чему? Вот помещение маленькое, как мне помогло создать интимную обстановку. И когда я пришла и оказалась в большом помещении, началась сложность. Ну, я так думаю, что вот я читаю вот прям вот, вот так вот, да. Страшного тоже, опять же, ничего нет, потому что есть режиссер, который подойдет, тебя подправит, да. Режиссер подошел мне и сказал: «Лар, вы так читали это стихотворение интимно, душевно, и поэтому я вас выбрал. Вот мне сейчас хочется вот этого же самого, что вы прочитали на пробах». А для меня это сложно стало, потому что помещение большое.
И я попробовала, да, мы снимали несколько дублей, я ставила замену рядышком с собой, камера ездит, в камеру можно было там смотреть в определенных только строчках, это еще было сложно, да, ты и так вот, то есть многозадачность случилась, произошла, тут надо замена, чтобы рядом была, чтобы это было интимно, тут, значит, читаешь ему, потом надо в определенный момент повернуться в камеру читать. В общем, сложность еще та, но у меня есть волшебные слова. В этот момент я говорю про себя: я все могу, я все могу, я в себя верю, я в себя верю. Вот так вот помогает, но это лично мне помогает, да? Это не факт, что это будет мантра вам помогать, поэтому придумывайте свою что-то или пользуйтесь моей, тоже неплохо. Итак, идем дальше. Затем, видимо, режиссеру все-таки как бы не хватило вот этой интимности, не хватило вот этой вот душевности, и передо мной поставили второго режиссера. Я начинаю ее читать, и у меня идет обратная связь, такая классная, такая хорошая обратная связь, то есть она стоит рядышком со мной, и я ей читаю, и она глазами мне дает ответ, она всем телом мне дает ответ. Я понимаю, что наша энергетика, она начинает вот так вот работать между мной и ей. Я начинаю на этом сосредотачиваться, в итоге что я делаю? Забываю слова. Это тоже нормально, ребят, это тоже нормально. Значит, объясняю, почему мне поставили второго режиссера, потому что иногда у тебя происходит работа с заменой, и ты нормально с ней работаешь. Иногда, ну, не бывает, да, может, режиссер там не прочувствовал, и он мне поставил человека, потому что человек живой, он энергетически живой, и он дает тебе обратную связь. И это классно. И вот я и читала, и ушла в эмоции. У меня эмоции стали приварировать, да, надо мной. В итоге все слова разбежались, я запнулась, и это тоже нормально. Я извинилась перед всей съемочной группой, сказала: окей, я сейчас исправлюсь. И включила 80% эмоций, а 20% оставила для осознанности. Это тоже нормально, да, иногда мы действительно настолько входим в эмоции, что забываем все слова, и у нас персонаж начинает жить по-своему, слова куда-то убегают. Об этом я поговорю в следующем видео с вами. Передо мной стоит второй режиссер, я начинаю читать ему стихотворение, уже эмоциональность у меня на 80%, 20% я осознаю, о чем я говорю, и это для меня лично, это было здорово. Ну, видимо, режиссеру тоже понравилось, потому что человек стоял рядом, он давал обратную связь. Как раз произошла вот эта интимность. Интимность, которая мне помогла пройти пробы, когда я читала в маленьком помещении. В большом я не справилась, мне стало сложно. Место действия заставляло меня читать на все помещение. Я разливалась энергетически. С заменой, да, немножечко у меня получилось это уменьшить, но режиссер вот посчитал нужным поставить передо мной человека. Режиссер вот такой вот, да, получился у нас. Потом вечером после съемок мне мой кастинг-агент написала: «Лара, я видела твои глаза». Там был пробный монтаж сделан, они были шикарны. Я не знаю, какой дубль в итоге взяли, да, когда я читала с заменой или когда я читала второму режиссеру, который мне помогла тем, что она тоже мне начала сочувствовать, переживать этим словам, откликаться на эти слова. Тут тоже не палка стояла, да, а человек откликался на мою речь. Это тоже очень важно. Я не знаю, какой дубль поставили, еще раз повторюсь, но у меня самое классное, наверное, то, что агент мне в итоге написала и сказала про мои слова, которые блестели. Ой, про мои глаза, извините, которые блестели. Вот. Вот чего добивался режиссер. Теперь вернемся к месту действия. Это видео все было к тому. Да, там много тем в итоге у нас получилось, да, с вами. Но место действия, оно работает. Не выкидывайте этот инструмент. И если вам действительно надо создать душевность, интимность, старайтесь помочь себе и снимать пробы в маленьком помещении.
Если замена у вас не работает, вы снимаете в большом помещении, поставьте туда живого человека, чтобы у вас шел отклик на этого живого человека, и чтобы этот живой человек вам тоже откликался. Это к чему? Что помогаете себе. Когда вы снимаете пробы, не только определяете сверхзадачу, сценическую задачу и так далее, да, но и место действия, оно работает. Вот это к чему видео. Оно работает. И если режиссер супер человек, то он вам поможет, он увидит вашу проблему, и он вам пойдет навстречу. И у вас все получится. И в любом случае, говорите себе, я все могу, я верю в себя. И в любом случае, изучите этот инструмент как место действия. Прочитайте его у Чабок, например. Хотя нет, по-моему, у него там, не помню точно, да. У Станиславского просто очень сложно написано. Если получится у вас прочитать у этого великого мэтра, что такое место действия, сделать там упражнение, которое он предлагает, то вы будете вот такой актер. А, кстати, о месте действия, самое главное, не сказала. Она прописана в моей книге «Мощный актерский мастер-класс». Купить ее можно у меня, написав мне WhatsApp или Telegram 8-985-447-00-87, и я вам вышлю эту книгу в PDF-файле. Там есть эта тема. Ну все, кажется, у меня поехал лифт, звук, и я заканчиваю свое видео. Пока, подписывайся на мой канал, ставь лайк и успехов тебе, мой дорогой актер!